Чего начинать читать доктора Курпатова? Предлагаю начинать с самой моей первой и в этом смысле главной книги «Счастлив по собственному желанию». Я написал ее как руководство практическое, в которой 12 глав, и каждый из них – это конкретный психический механизм, освоив который, вы можете существенно улучшить качество своей жизни. Есть три книги в этой серии, которые являются своеобразным приквелом «Красной таблетки» и серии «Академия смысла». Это книги «Законы мозга». Здесь я рассказываю о наших ученых, которые открыли главные законы мозга. «Убить иллюзии». Мы в «Красной таблетке» с ними пытаемся расправиться. «Быть эгоистом». Здесь я рассказываю про ответственность нашу за нашу собственную жизнь. Спасители не придут. И, наконец, поскольку я психиатр, врач-психотерапевт, я предлагаю целый ряд пособий по конкретным проблемам. Как наладить отношения между мужчинами и женщинами, как не переутомляться, как справиться с депрессией, как пережить развод.